Всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер Ник. Сегодня мы играем в Minecraft Pocket Edition 0.13.0. Наконец-то вышло обновление. Итак, и в этом видео мы будем выживать. А перед тем, как вы начнете смотреть этот ролик, ну, полностью, и узнаете всю мою историю, которая будет на протяжении всего выживания, я бы хотел порекомендовать вам подписаться на наш канал, поставить этому видео лайк, поделиться с друзьями. Итак, давайте начинаем. Для начала выживания нам нужно нарубить дерево. Вот, давайте сейчас начнем рубить березу. Я уже как раз пол дерева срубил. Так. Последний блок остается. Все. Мы так довольно заспамились в хорошем мире. Тут и вот и акация мы видим. И дуб, и береза. Все нормально у нас. Водичка близко. Не сильно глубокий водоем. Можно будет даже в конце, но не в конце, а вот по ходу действия и выживания, в принципе, сделать удочку и будем ловить рыбу. Там можно даже вещи ловить, если они попадутся. Так. Давайте побегаем, поищем каких-то животных. Так, нам еще шерсти нужно найти где-то. Потому что без кровати мы эту ночь переживем тяжело, наверное. Так. Давайте вот туда сходим. Кстати, сейчас проверю, сложность у меня стоит. Да, сложность максимальная. И вот, значит, будем выживать в хардкоре. Думаю, дом я сегодня еще строить не буду. Но именно вот этим днем. Майнкрафтовским. А построю его тогда, когда наберу немножко ресурсов уже. Или хотя бы сделаю кровать. Так как дом нам поначалу не нужен. Мы, в принципе, не знаю, укрываться нам будет не от кого, если мы будем вовремя спать, ложиться, пока мобы еще не успели наспавниться. Так. Пока что мы овец никаких не видим. Поэтому давайте еще нарубим дерево. И пойдем, наверное, в шахту сейчас. Давайте, может, поищем. У нас тут, может быть, есть какие-то ямы, в которые можно пойти, чтобы не копать вниз. Вот там какие-то, может, ямы есть. Уже готовые, и там даже могут быть ресурсы. Меня это будет, порадует сильно, если там уже есть ресурсы какие-то. Вот, давайте вот еще это дерево срубим. На начало нам хватит. Если не будет хватать дерева, мы, конечно, еще нарубим его. Но пока, мне кажется, нам столько не нужно. Тоже у нас переборчик. Так, все. Вот, не забываем пока что садить растачки. Обратно, вот они выпадают, мы их должны сразу посадить. Чтобы у нас не было такого, что вот закончилось дерево и придется бежать, например, куда-то в другое место. Так, давайте мы скрафтим сразу же палочек. И верстак. В верстаке делаем кирку. Вот как вы видите, у нас циферки такие немножко обновленные. Раньше они были маленькие, сейчас они прям так выделяются. Так. Копать давайте будем камушек. Потом пойдем дальше, может быть, что-то еще найдем. Итак, давайте сейчас сделаем быстренько каменную кирку. Даже можно попробовать сделать две, если хватит. Да, давайте. Сделали, сейчас будем копать каменной. Давайте, нам для начала нужен будет камень. Потом пойдем дальше, может, найдем какой-то уголь хотя бы. Так. Вот. Сколько у нас уже? 11 камня. Давайте его тут поставим на третье место в инвентаре, чтобы видеть, сколько мы накопали. Думаю, штучек 20 нам хватит в начале. Вот, все, 25. Там выход. О, железо. Давайте выкопаем это железо. Повезло нам тут, конечно, так неплохо. И уголь сразу же под ним. Вообще идеально.
Так. Давайте вот выкопаем уголек тоже. Потому что нам же надо как-то переплавить это железо, которое мы добыли. Вот. И, в принципе, дерево тратить на древесный уголь не хочется. А так, пока копаем уголь, нам вот и опыт набирается у нас. Уже первый уровень, это не может не радовать. Считайте, что мы начали, ну, строить уже путь к зачарованию. Мы тут в этом, ну, пока мы будем снимать, пока я буду снимать летсплей выживания, и я буду, ну, постараюсь сделать все, в том числе и по, ну, вот это новое обновление вышло. Можно портал в Эндермир построить. Есть и боссы, ну, добавили боссов, короче. Вот, это так хорошо очень. Вон, еще у нас пещера какая-то. Давайте туда сходим. Там она выглядит побольше, в принципе. Так. Давайте листья эти уберем. Итак, вот. Спрыгиваем, давайте. Вот у нас есть факела теперь уже. Так. Видимо, это какие-то баги из-за недоработки. Или у меня просто лагануло. Так. Вот у нас уже загрелся паук. Тут еще... Или я раньше этого не слышал просто. И тут, ну, зато теперь тут паук, когда ползет, слышно каждый его шаг. Сколько у него там 6 этих ног или лап. Слышно такие, как эти щелчки, такие трррр. Вот. Давайте вот сюда вначале спустимся. Вот еще у нас уголь. Замечательно. Пока что мы собираем все ресурсы. И в том числе и уголь. Потом он, наверное, нам, ну, в каком-то времени, ну, когда мы немножко продвинемся, у нас уже угля будет достаточно. Или мы вообще будем плавить все на ведрах с лавой. Так. Вот мы пока копали тут еще в какое-то отверстие, проделали путь. Но мы пока что туда давайте не пойдем, потому что мы еще не докопали толком наш уголь до конца. Так, давайте поставим факел. И вот сверху будем копать, он все равно сюда упадет. Жалко, что не весь. Ну ладно, мы если что за ним поднимемся. Так. Мы уже накопали так, наверное, порядочно угля. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Надеюсь, что это так и есть. Да, у нас уже 38 угля. Это вполне неплохо так. На 38 угля можно пожарить кучу еды. Вот у нас как раз уже голод начинается из-за того, что мы много копаем. Думаю, сейчас мы пожарим немножко еды. А перед этим сделаем печку, в которой будем жарить. Это, в принципе, ну, сделаем печку там и быстро. И пожариться тоже, не думаю, что будет это. Ну, жариться, думаю, что будет недолго. Поэтому мы подождем. Никуда еще не уйдем. Так, давайте соберем этот уголь. Если вы сейчас слышали какие-то звуки, то не обращайте внимания. Так. Печь. Давайте поставим сюда. Так, я вроде бы слышал паука. Да. Так, он, наверное, где-то внизу там. Или, может быть, даже здесь. Я не знаю, в принципе. Мне это не сильно надо, чтобы меня паук этот заметил. Так, где же он ползет? Давайте еще сделаем немножко палок и угля. Также, если вы заметили, только что тут появились рычаги. Вот. И мы сделаем еще также нажимные плиты для того, чтобы, ну, не открывать двери руками. Чтобы просто мы идем и дверь открывается. Это такое вполне тоже хорошее обновление. Она такое же, как и в ПК-версии.
У нас скоро вообще этот Майнкрафт ПЕ будет такой, точно такой же, как и в ПК. Вот. Но пока что давайте играем в той версии, которая доступна. А это 0.13.0. Обещали вроде скоро выпустить еще 0.14.0. Но пока что давайте не будем забегать вперед. Что есть, то есть. Так, вот мы уже почти стак угля накопали. Нам еще три угля и будет стак. Так. Да, вот стак у нас уже и будет сейчас. Оп. Ура. Стак угля. Выглядит так, как ачивка, типа, набрать стак угля. Также я еще думаю, можно было бы снимать, ну, чтобы я загрузил модов на Майнкрафт. И вот снимать, ну, Майнкрафт с модами. Надеюсь, вам, ну, думаю, это вам понравится. Вот. Давайте забираем печку и верстак с собой. Сейчас у нас еще голод один исчезнет, когда... Уже тогда покушаем, чтобы... Ну, в принципе, мясо восстановит 4, ну, голода. Чтобы не тратить сильно много мяса, вот, например. Чтобы один голод просто, ну, дополнился, но никуда. Чтобы не было такого. Так что ждем, пока что у нас, ну, и уйдет 3 или 4 голода, и тогда уже будем кушать. Так. Что у нас тут? Давайте пойдем сюда. Тут уже вроде бы крипер там был. Или показалось. Хотя вроде бы там кто-то был. Точно не знаю, но что-то я такое видел. Силуэт кого-то. Так, отсюда мы начали. Смотрим, ничего ли мы не пропустили. Попалась нам такая ват крипер. Как раз про которого я говорил. Так, давайте будем его с разбега бить, чтобы он улетал подальше. Или тут нельзя так делать. Также вон, вы видите, летучие мыши добавились. Давайте ее убьем. Попозже немножко. Пока давайте накопаем еще железо. Пока есть возможность такая. Вот у нас уже, кстати, голод появился хороший такой. Так что давайте сейчас покушаем мясо. Так, мясо. Все, мы восстановились полностью. Давайте еще поломаем немножко угля. Пока что нам нужно все, что мы увидим. Также возможно такое, что в этой пещере алмазы есть. Но пока что мы их еще не находили. Обычно алмазы находятся рядом с лавой или над лавой так, чтобы как только мы их выкапываем, они сразу падали в лаву. Поэтому перед тем, как выкопать алмазы, это, наверное, все знают, то, что их надо обкопать со всех сторон для того, чтобы они не упали никуда, в том числе и в лаву. А то вы просто с ними попрощаетесь. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Вода нам пока что не нужна, так что можно ее закрыть. Вдруг под ней что-то есть. Нет, ничего тут нету. Давайте тогда тут поднимем. Так, тут у нас тупик. Ну давайте, тут у нас есть немножко угля. Его покопаем. Я думаю, можно уже выходить из шахты, пока что мы добыли нормальное количество ресурсов. Вот как мы будем сейчас выбираться, я не знаю. Или сейчас будем под себя блоки строить и подниматься таким образом. Или я уже не знаю даже. Походу мы только что закрыли путь этим гравием. Поэтому у нас нет другого выбора. Так, давайте ставим так под себя блоки. И вот пока мы будем копать, мы также будем, вот, например, сейчас покажу вам, как это у нас будет. Так, вот мы ставим факел. И вот если, например, сейчас наверху у нас будет этот гравий, то мы, этот гравий просто сломается об наш факел.
Так, мы давайте вот еще поднялись немножко и опять факел ставим. Если так вот подниматься, то в принципе мы камня не добудем. Но подняться мы сможем нормально и без потерь всяких. Опять же ставим факел, поднимаем, и копаем наверх. Говорят, что копать наверх нельзя, но вот. Вот только что, как вы видели, на нас упал гравий. Но и благодаря нашему факелу он нам ничего плохого не сделал. Даже ни одного хп нам не снял. Если сейчас повторится опять то же самое, то нас также спасет факел. Так, вот мы поднимаемся. И снова, как всегда, копаем наверх. Походу мы скоро уже, ну, поднимемся наверх. Так, я уже вижу землю. Так. Какие-то у нас пока что лаги в освещении. Ну ладно. Попробуем так поиграть. Так. За нами паук спрыгнул. Поэтому давай сейчас его или убьем. Да, скорее всего убьем. У нас больше нет никакого выбора. Забираем нитки и... Так, давайте все-таки сделаем еще факелов. Вот, мы наконец-то вышли. Походу мы вышли не туда, откуда пришли. Но ладно, это уже не имеет значения. Главное, нам просто было выйти. Если что, мы все время, ну, будем знать, что у нас тут есть такая пещера довольно хорошая. И в дальнейшем, когда нам понадобится алмазы, мы сможем сюда прийти и поискать их тут. Так, давайте поднимаемся наверх. И попробуем, может, дом строить или что-то такое. Давайте для начала найдем тот остров, где мы заспавнились. Так как там, ну, по-моему, ну, более такая зелененькая обстановочка. Тут как-то все очень тускло. Посмотрим, что у нас там будет. Так, вон мы видим зомби. Нас кто-то уже ударил. Так, вот мы будем бить зомбаков деревянной киркой. Так как нам ее уже тратить некуда. А вот защищаться нам чем-то надо. Там сзади нет никого. Давайте этого зомбака тоже убьем. Попробуем в сухую. Да. Получилось у нас это. Вот уже хорошо, что светлеет. Сейчас отодвинул где-то еще скелета лучника. Давайте его убьем. Если с него выпадут кости, будет отлично. Если не выпадут только стрелы, то будет, конечно, фиговенько. Так. Ну давайте туда спустимся. Посмотрим, что у нас там. Может быть, там как раз и находится то место, где мы заспавнились. Но это уже, в принципе, мне кажется, не имеет большого значения. Так как нам уже нужно искать место, где мы можем начать обустраиваться. Так. Я слышал сейчас скелета. Вот этот. Давайте его побьем. Так, он такой довольно меткий. Поэтому, может быть, придется его сейчас тут ждать. Так, давайте вот так его будем бить. Так, по-другому он нас просто завалит. Что-то он нас сейчас не стрелял, видимо, у него
закончились стрелы. Так, я снова тут, извините за эту отключку. Просто были, ну, некоторый момент, в который мне нужно было отключиться. Я был немножко занят. Вот, давайте продолжим играть. Опять вот мы со скелетом встретились, который нас, походу, ушатает. Поэтому давайте все-таки лучше уйдем от него. Или давайте, может, включим сложность чуток поменьше, так как он что-то сильно быстро стреляет. А что они такие так быстро стреляют, не могу понять. Так, давайте восстановимся немножко. Или, может, если он сейчас у нас загрится, мы сможем уворачиваться от стрел. Вернулись. Ладно, давайте его оставим. Вот у нас тут овцы есть, которых мы будем убивать сейчас. Одна овца, а вон еще две. Сейчас мы наконец-то сделаем кровать. Также я думаю, что на этом можно уже заканчивать. Если вам понравилась эта серия, в которой мы добыли очень много ресурсов, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, говорите, какие есть ошибки, какие, ну, что нужно исправить или что вообще добавить. Делитесь своим этим видео с друзьями. С вами был Мистер Ник. Всем удачи и всем пока.